Здравствуйте, это обзор электрического лобзика Fiolent PM4700E специально для 7745 бай. Это лобзик профессиональной серии, ну даже гарантия 2 года. Ну, главное достоинство его, точнее несколько. Во-первых, алюминиевый корпус редуктора. Во-вторых, направляющие для пилки сменные, твердосплавные. В-третьих, удобное крепление пилки. Ну, регулировка угла наклона хода пилки, естественно, присутствует. Присутствует регулировка угла наклона подошвы. Но самое главное, это то, что это профессиональный лобзик, и у него есть, кроме верхнего крепления пилки, нижний упор, который точно центрирует пилку и ход пилки относительно подошвы и делает рез перпендикулярным, строго перпендикулярным. Ну, проверим. Здесь сейчас стоит пилка Bosch T101A0. Такую же пилку я поставил на лобзик Makita. Вот, отпилим. Деревянный брусок толщиной 30 миллиметров, ну, собственно, для которого эта пилка предназначена, потому что это максимальный ход пилки. Вот, рез строго перпендикулярной поверхности. Ну, опять же, достаточно большая мощность лобзика, 700 ватт. Makita, для сравнения, я точно не помню, но, по-моему, в районе там 350 ватт. Вот, и Makita видно. Вход перпендикулярный, а выход уже на там 3-5 градусов отличается. То есть вот хорошо видно. Выход отличается. И это на бруске 30 мм. На бруске 50 мм отклонение будет порядка 5 там, мм. Достаточно большое. То есть этот лобзик профессиональный, для профессионального использования, во-первых, большая мощность, он не теряет свою мощность даже на бруске там, 50 или больше, то есть можно поставить длинную пилку. И самое главное, твердосплавные направляющие для пилки, для того, чтобы не было увода пилки в сторону. Это очень удачное приобретение, я считаю, для любого человека, кто связан с деревообработкой. Спасибо за внимание.